Говорят, он плавает. Говорят. Оно и понятно, с такими баллонами и не плавать. Хотя здесь главное не плавать, а не утонуть. Ведь это же снегоболотоход. Здесь главное снег, болото, песок. Короче, везде проедет, проползет, протащится. Внедорожное транспортное средство ЗДК 5.910 на шинах низкого давления. Его предназначение – жить, существовать в условиях бездорожья. Хотя он весело катится и по дорогам с твердым покрытием, но не с асфальтом. Нет смысла долго на нем ехать по гудронке. Во-первых, баллоны потрутся. Во-вторых, для этого другая техника есть. А это там, где пехота не пройдет. Завод имени Дегтярева, согласитесь, звучит. На ум сразу приходит оружие и мотоциклетная техника. Но рыночная экономика внесла свои коррективы. Нет, оружие как производилось на благо Родины, так и производится. И мототехника тоже. Это, слава богу, не кастрюли и прочая конверсионная чушь. Меня интересует в первую очередь мототехника. Всевозможная, начиная от мотоблоков и буксировщиков, заканчивая серьезным трициклом. Ну да, Зит-бархан смотрится внушительно, можно даже сказать красиво. Ну ладно, ладно. Брутально. В основе всего, как у любого мотоцикла, лежит рама, сварная из труб. Но это же не совсем мотоцикл, поэтому в его скелете есть еще подрамник для крепления заднего моста. Приятно, что внешне обвесом ЗИТ напоминает мотик «Сова» из нашей юности. Тут все главное, так как всего мало. Но самое главное — мотор. Не секрет, он китайский. Совмещение нашей ходовой и китайского мотора произошло давно, более 10 лет назад. И я авторитетно заявляю, двигатель Лифан очень неплох. Крикливый, правда, моторчик, но тянет хорошо. Как я говорил, он надежный. А если что-то случится, найти запчасти на него не проблема. Максимальная скорость, до которой может разогнаться бархан, 40 км в час. Но лучше 20. Можно сделать, чтобы и быстрее ехал. Но зачем? На таких катках бархан превратится в мяч и упрыгает к матери.
При всем при этом тут 5 скоростей, переключение ножное, но есть и раздатка двухступенчатая, и понижайка, и задняя скорость реверс. А если вам на асфальт все-таки надо, то можно одно колесо отключить. Крутящие моменты передаются цепями отечественного производства, все имеют ГОСТ, к тому же они тут двухрядные, а не однорядные, как раньше. Отметить можно разве что задняя подвеска не имеет амортизаторов, колеса закреплены жестко. Вернемся к мотору. Рабочий объем 200 кубиков, мощность 12 лошадей, максимальный крутящий момент не менее 14,5 ньютон-метров, бензин 92-й, масло льется в двигатель отдельно напрямую, бак на 15 литров, хватает его чуть более чем на 100 километров, в зависимости от сложности рельефа. Ах, лето красное, любил бы я тебя, если б не эти комары да ш**ки. Мотор жидкостного охлаждения, как вы поняли. Радиатор выведен назад. Охлаждается, конечно, он не айс, зато защищен от веток и палок. А фильтр воздушный находится вон там, под сидушкой. Это самая высокая точка. Твари! Там же болтается и расширительный бачок. В моторе 900 грамм масла. Контролировать его можно визуально, а можно вытащив щуп. Вообще, при осмотре бархана понимаешь, что простота тут залог живучести. Проходимость хорошая при понимании физики, голове на плечах и неверие в авось. Максимальный преодолеваемый подъем 30 градусов. Высота переползаемого бревна 40 сантиметров. Ширина рва 0,5 метра. Угол бокового крена 25 градусов. Глубина брода 45. А если выше, он просто поплывет. Эти цифры для понимания, потому что Саня Санкова соврать не даст. Мы с ним зимой на спину перевернули. Слава богу, снег был рыхлый, поэтому легко отделались. Вот вам и русский авось. Ну и зеркала потеряли. И мы совершенно не учли вес трицикла. 330 кг – это сухая масса. Без двух упитанных мужиков топливо в баке пятнашка, если полный. И прочего житейского мусора, который можно взять в путь. Грузоподъемность 200 кг. Груз можно распределить следующим образом. 15 кг на передний багажник и 50 на задний. Про колеса только ленивый не рассказывал, это я себе. Диски трубчатые для легкости и взаимозаменяемые, что удобно. А еще за счет конструкции они могут грести. Если всплыл, можно и речушку неспешно форсировать, но если веса на внедорожном транспортном средстве не более 150 кг. Конструкция передней вилки интересная. Не уникальная, но практичная. Она рычажная, сварная из труб с пружинно-гидравлическими амортизаторами. Пацаны, зачем мне пулемет быть на заводе Дегтярева и не поиграться с оружием? Настоящий военный ППШ. Если вам нравится оружие, я могу для вас делать обзоры. Да я уже вижу, как вы в комментариях строчите. ППШ, ППШ, Дегтярев. Ладно, поигрались, хватит. Так, по органам управления тут все просто. Справа. Аварийная кнопка выключения двигателя, старт, передний тормоз, рукоятка дросселя. А, как звучит, дросселя. Но по мне, если бы здесь был бы курочек, как на квадроциклах, было бы, наверное, поудобнее. С левой стороны переключатель ближнего-дальнего света, поворотники и звуковой сигнал. Но не гудит, потому что не включен. Из ярких изменений ручку переключения редуктора перенесли назад. Соответственно, задняя передача, нейтраль, прямая передача, пониженная передача. Тут нет синхронизации, поэтому если не переключается,
чуть-чуть покачались, и все прям хорошо. Ну, наверное, и больше ничего такого особенного тут и нету. Ключик на старт, горит буковка N, индикация нейтральной скорости. Балалайка, чуть-чуть подсосик. Лучше чуть-чуть погреться. Смотрится транспортное средство достаточно внушительно. Габаритные размеры. В длину 3 метра, в ширину 1800. В высоту со среднего пони 1,40 м. Дорожный просвет 34 сантиметра. Вы должны понимать, это серьезная машинка. ВТС подлежит обязательной регистрации в органах гостехнадзора. И для управления необходимо удостоверение установленного образца, выдаваемое также органами гостехнадзора. Радиус поворота великоват, но это и понятно с такими локтями. Еще 3 колеса. Устойчивость зависит от вашего умения и гибкости тазобедренного сустава. ВТС – это техника. Это не игрушка для покатушек, как может показаться. Есть ли минусы? Конечно. Но все они решаются руками. Тем более тут все понятно и просто. А если не следить за транспортом, то и самая дорогая машина у забора ляжет. В целом, конечно, ехать на нем – потрясающее занятие. Он еще ведь, зараза, точно всплывет где надо. Но вот это огромное колесо перед собой ворохать. Это надо руки иметь накачанные, мощные русские, чтоб плечи саршин были, чтобы не об***ться на поворотах. Ах, зараза! Поэтому, товарищ, покупай себе бархан, будешь мощный, красивый, накачанный, ну и везде проедешь. Девкам на село, например. Я предрекаю комментарии, где будет написано «все китайское, своего нет», а такое уж китайское. Город Ковров русский, люди, работающие на предприятии, тоже наши. Не все так однозначно в капиталистическом мире. Продолжаем. Мне тут даже химзу подготовили. Все по фэншую. Так, лево-право. Ха, лево-право. Опачки. Спасибо! Бог лесной. Образца 42-го года.